Одинцовский волейбольный центр впервые стал площадкой для проведения масштабного интеграционного фестиваля «Европарафест». 9-й международный фестиваль искусств собрал людей с ограниченными возможностями из разных городов и стран. Он доказал, ни физических, ни возрастных, ни географических рамок не существует. Цель – реабилитация людей с инвалидностью, их культурное развитие, продвижение. Они здесь знакомятся, получают какие-то другие навыки, смотрят, как выступают другие коллективы, учатся, дружат, выступают на одной площадке с артистами профессиональными. Общество инвалидов города Бронницы – совсем юная организация, но их танцевальный коллектив удивил всех, и не только необычным номером в ярких костюмах. Мы еще создали, я думаю, что первый, наверное, в обществах инвалидов шумовой оркестр. Вот сегодня мы его первый раз покажем вот на такой вот значимом мероприятии. И вы увидите, насколько талантливы бывают инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья. Одним из организаторов Европарафеста выступает фонд «Шаг вместе», учредителем которого является известный актер и общественный деятель Гоша Куценко. Если бы сегодня не случилось, вы не понимаете, какая-то трагедия была бы в душе этих ребят. Все вместе. Вы видите, это самые трогательные, простые, наивные люди. И то, что вот, Андрей, вы выручили нас, это наша с вами победа, такая небольшая внутренняя. И я не то, что в неоплатном долгу, я просто ваш друг ближайший. Потому что для меня это сильнейший показатель и мотиватор. Я с нашим фондом «Шаг вместе» за последние 20 лет я вообще пересмотрел всю свою жизнь. Фестиваль получился ярким, оставил массу теплых эмоций и впечатлений. Участники успели стать настоящими друзьями. Этот красочный праздник творчества в будущем году обязательно повторится. Юбилейный 10-й Европарафест проведут в нашем гостеприимном городе. Василиса Ивашкина, Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».